Вы говорили, чтобы запустить дофаминергическую систему, нужна ценная цель. Как можно запустить опиоидную систему? Я хочу быть ближе к людям, но не могу избавиться от безразличия к ним. Вероятно, вы недоброжелательны. Это возможно. Есть интересные клинические доказательства, которые показывают, что для построения отношений недоброжелательные люди должны помогать другим. Вы можете начать вести себя, как будто вам не все равно. И может так вы избавитесь от безразличия. Вы можете сказать себе, каждые 2 дня в течение месяца я буду делать что-то хорошее для другого человека. И немного думать об этом. Такое может вас изменить, потому что иногда нужно думать, чтобы измениться, а иногда действовать, чтобы изменить собственные мысли. Я бы начал с этого. И вы можете быть ближе с людьми, вне зависимости, безразличны они вам или нет. Скажем, у вас уйдет полгода или год практики до того, как вам станет не все равно. Но это не очень долго, особенно если вы молоды, так что...